We are very devoted to yourself. You are tourists and you are truly on yourself, and we are very happy to be with you. Thank you very much. Встаешь. Куда пошел? В дни празднования города Одесса встретила 3-миллионного туриста. Для нас это большая честь и большая радость. Им оказался гражданин Китайской Народной Республики, который прилетел в Одессу киевским рейсом для того, чтобы учиться в Одесской музыкальной академии имени Нежданова. На самом деле это очень здорово, потому что в Одессе развиваются все виды туризма, в том числе и оздоровительный, и деловой, и образовательный, и гастроэнотуризм, и культурно-познавательный. Поэтому это еще одно подтверждение того, что Одесса – это город 365-дневного посещения, и в Одессу приезжают совершенно по разным поводам. Мы счастливы этому и горды, потому что в 2017 году, в течение года, мы получили чуть более 2,5 миллиона туристов. В этом году, по итогу практически 9 месяцев, мы получили 3 миллиона туристов. Я поздравляю всех представителей, связанных с бизнесом туристическим, всей туристической инфраструктурой, потому что на самом деле это очень большая совместная работа. Нам есть еще что делать, мы понимаем, какие задачи стоят перед нами, но самое главное то, что благодаря усилиям мэра города, город расцветает, украшается, облагораживается, реконструируются, создаются новые парки и скверы, прекрасные строятся школы и сады, спортивные площадки. Все это, абсолютно все влияет на позитивный имидж города и создает ту незабываемую атмосферу и ту привлекательность, которой отличается наша Одесса. А большое спасибо за доверие. Добро пожаловать, 3-миллионный турист. Но на самом деле Одесса, как настоящая мама, также тепло и с большим добром встречает абсолютно каждого туриста. Приезжайте в наш прекрасный город.